Кейт Миддлтон и принц Уильям совершат прогулку в пасхальное утро, они посетят традиционную пасхальную воскресную церковную службу королевской семьи в часовне Святого Георгия в Виндзоре в эти выходные, подтверждает Кенсингтонский дворец. Эта Пасха будет первой без королевы Елизаветы II, и пара впервые посетит службу в качестве принца и принцессы Уэльской. В прошлом году 40-летний принц Уильям и 41-летняя принцесса Кейт посетили пасхальную церковную службу с 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой. Их младший сын, 4-летний принц Луи, не согласился, но совершил свою первую прогулку в церковь в Сандрингеме на Рождество. После торжественных и мрачных государственных похорон в Вестминстерском аббатстве и торжественной службы в часовне Святого Георгия королева Елизавета II была похоронена в соседней мемориальной часовне короля Георга VI. Она была погребена рядом со своим мужем принцем Филиппом, отцом королем Георгом VI, матерью королевой Елизаветой, королевой-матерью и сестрой принцессой Маргарет. Следуя почти тысячелетней традиции, Чарльз коронуется архиепископом кентерберийским. Хотя Карл сразу же стал королем после смерти своей матери в сентябре, религиозный ритуал отмечает его официальную приверженность монархии. На протяжении всей коронационной службы 6 мая их величество будут присутствовать по 4 почетных спутника, которые станут частью процессии через Вестминстерское аббатство, говорится в заявлении Букингемского дворца.